началась. Друзья мои, сейчас мы с вами раскроем одну тему. Она никак не хочет уходить из моей жизни. Аукается. Вот. Вначале ничего особенного, прислали письмо Надежде Черненко. Когда я прочитал, автор еще этого, не письма, а вот именно автор пересылки, сказал, написал, констатируйте, берите близко сердце, берегите сердце. Вот. Когда я прочитал, я понял, меня топит, меня опускает, причем свой брат садовод. Вот я подготовил ответ, вот, потому что надо же отучать людей выращивать саженцы вот так. Как говорится, они вам не дали покрышки, вот это гнойники. Так. И на вебинаре я завтра об этом буду говорить. Вот. А получается второй случай в моей практике, третий. Был Халилов, заслуженный агроном, вот, который меня топил. Вот. Было этот самый, вот это вот, Надежда Черненко. А перед этим была вот такая история, смотрите. Это очень важная история, она поучительная. Кто-то забыл, а кто-то я не видел, сейчас, 5 секунд. Аллергия замечала. Купаюсь в ледяном Енисея, аллергию победить не могу. Однажды случился дикий скандал, причем хорошо известный. Даже наука уже знает об этом скандале. Пришлось, в свою очередь, ставить на место сдавшихся выпускников Тимирязевской академии. И вот я сейчас показываю эту фотографию и объясню, почему приходится буквально уже не только выпускниц, полуграмотных, таких, этих самых, заносчивых, занимается люпином, то есть травой, а учит нас деревья выращивать и так далее. И вот все началось с этой фотографии. Вот. Ее опубликовал очень крупный канал, больше миллиона подписчиков. Женщина попросила совета. Груша 7 лет не плодоносит. Вот. И выпустился Тимирязевки. Ох, потом она пожалела об этом. Но было поздно. Посоветовал я отрезать эту правую и левую ветку. Вот эту, обратите внимание. Дальше вторую, третью, четвертую. Оставить вот это вот жуткими, страшными четырьмя ранами. Меня удивило потом. А она-то знает точно, что должны быть от 50 до 90 сантиметров штамба, якобы. Деревья об этом не знают. И ветки лезут где хотят и как хотят, потому что генетику не отменишь. Они решили отменить. Вот. Потом она себе исправила не 40 сантиметров, а надо от 50 до 90. То есть я еще подозреваю, вот эти верхние ветки тоже и хотелось бы, чтобы были отрезаны. В общем, страшный совет, смертельный совет. И главное, совет для миллионов. Тогда мой брат сказал, ну что, с ума сошли. Ну, вежливо. Он подвергся страшной критике, не просто критике, а буквально его выпускников тоже в это, сельхозвуза, ну, по механизации. Ну, вы знаете, что такое добротное образование? Там же не только учили, как это, трактор отбирать-собирать с закрытыми глазами. Вот. Учили сельскому хозяйству. Вот. Но откуда им было знать, когда они обрушились на него как-то какого-то там несмышленного пенсионера. И вот результат. Подключил брат меня. И что я получил?
И что я получил? Смотрите. Вот. Наталья Медведева, это та самая, которая подруга той самой. Про фамилию говорить не хочу. И так уже это самое. Вот. Вступилась теперь за нее. А Валерия Железов, генетика, учил или инженера-металлурга, она ни к чему. Он и так хорошо во всем разбирается. А смотреть, как человек с умным видом несет чушь, думаю, не стоит. То есть, вот это все. Прошу прощения. Ирина Александровна, я сейчас фильм снимаю. Ага, так что два... Нет, два слова. А, так. Сейчас. Все понял. Все при... А, ко мне? Да я буду рад. Есть. Смотрел, есть. Ага. Ладно. Ладно, привет передавать. Я же фильм снимаю. Хорошо. Ладно. Вот, ничего лишнего не бывает. Сейчас ко мне заедет Елена Александровна Савельевич, которая является на данный момент уже дала экзамены, как этот самый аспирант, и впереди у нее защита. Только оказывается, что никто ее не зовет в большую науку, и будет она заниматься частным питомником. Это тоже надо. Но мне обидно. Видите, я не использую любую возможность, чтобы донести до вас, какие проблемы в садоводстве. Итак, Железов, которого лучший сад в России. Вот, сейчас я вам покажу. Вот. Сейчас я вам покажу. Это так, просто мельком, а то, знаете, многие же даже этого не видели. Вот. Это я несу чушь. Вот. Посмотрели. Это во мне, конечно, обида говорит. Но мы продолжим разговор. Итак, дело вот в чем. Она подставила не меня. Вот. Потому что человек, у которого такой сад, подставить невозможно. Она поставила себя, потому что она это самое. Не стоит смотреть, так не стоит. Вот. В другом месте написано было не так. И изучать железо еще чего. И вот получается следующее. Внимание. Я нажимаю сюда, и оказывается, она подставляет Тимирязевку. Ну, стал бы я лезть туда. Ну, что там мне это было надо? Вот. Зачем-то так, и так, нам не сюда. Зачем-то нам это было надо. Ага, вот она. Значит, смотрите. Итак, была переписка между Сергеем Верхоламочкиным и Троценко, моим учеником и моим редактором моих книг. Вот, и выяснилось, что Тимирязевская академия продает саженцы, все фотографии. Это считайте, вы их подставили. Я этого не знал и не думал. Все фотографии, которые были выставлены на сайте из интернета, что продаете. И, наконец, вот, вывод подвел дискуссии Троценко примерно так. Вот, вы, кстати, видите, вы можете связаться со мной, и вы сейчас можете подтверждение получить. Хотя это был 21 год. Мы нашли у вас на сайте фотографию сада Валерия Железова. В общем-то, это уже нормально. У половины интернет-магазинов, кстати, не у половины, у всех, его фотографии. Ну, в большинстве. Ну, вот о чем я подумал. Вы же ученые, да, зарабатывать нужно. Но можно использовать для всех. Раз уж вы взяли фотографию, почему вам не купить у него посадочный материал? Сейчас разбежались. Они покупают готовые саженцы южные. Подвое и привое. И не вырастить у вас, а потом размножить, продавать. В итоге у вас будет качественный материал. Сад железа находится в Сибири, цвет выращивания и так далее. В общем, мы поняли, о чем пошла речь. Тогда я взял, открыл еще одну.
Вот. Тимирязевка украла фотографию у меня. Так, о, все, сейчас. Не будем на это время терять. Вот. Не будем время терять. И давайте посмотрим вот сюда. Ага, вот они. Вот питомник, вот моя фотография, вот она крупным планом. Вот, видите? Вот. Я пишу, я копнул глубже. А давайте сначала. Валерий Железов, когда я видел фотографию свою на их сайте, возник вопрос, почему у них своих деревьев плодов нет? Так как этот филиал находится в другом областном городе, получается, им проще где-то купить, перепродать, или у вас у них есть сад, но не плодоносят. Я копнул глубже. Вот. И что получается? На сайте каждый вид деревьев и растений имеет свою специфику, механизм формирования кроны. Написано много хороших книг, как это делать. И вот я удивленно пишу, эти книги не помогли вырастить сад? Вместо таких книг, возле туалетного бачка. Ну а дальше, о, ребята, 500 рублей стоит обрезать. Одно трехлетнее дерево, представляете, одно летнее дерево, 500 рублей выложено. 3-6 тысяч рублей, ну, берем крайность. Вот, так, 200, 300 и 500 рублей, наконец, чем выше, тем дороже. Посмотрели. Так, посмотрели. Вот эта схема подлая, самая подлая схема, какая есть на планете. И она присутствует на сайте Тимирязевской академии. 9 видов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 видов веток якобы не нужно. Дерево это не знало. А генетики, которым считают себя натальным медведем, об этом знают, что у деревьев лишние ветки. Не знают роль волчков, не знают роль нижних скелетных веток, которые кормят крону. То есть корни. Ничего не знают. Вот обе Тимирязевка. Вот. А дальше, это, когда на меня обрушили, что никакой я не генетик, и вегетативная гибридизация не существует, сослались, написали, вегетативная гибридизация ложь. И когда я скопировал и залез в интернет, оказалось, что они скопировали 90-летней давности утверждение, 90-летней. То есть ни хера не делали 90 лет. Вот этот момент. Так хотелось бы, чтобы вы поняли. Вот. А теперь комментарии почитаем. Итак, это все было сказано 2 года назад. Что изменилось? Вот. Что изменилось? Была попытка закрыть Тимирязевскую академию. Люди вышли с плакатами. Вот. Если они выпускают таких учеников, которые ничего не знают, не знать не хотят, то самое страшное, что не знают. Вот. Итак. Нафиг, нафиг таких обрезальщиков. Я уж как-нибудь сам справлюсь. Определю, какие ветки, где и как обрезать. Это, конечно, 5 000 платить за это, за то, что искалечат ваш сад. Размещение вашей фотографии на сайте без согласования и без ссылки на автора, это вообще никакие ворота не лезут. Как они могут ссылаться? Им надо делать вид, что они сами что-то умеют. Простите за французский акцент. Вот. Смотрим дальше. Ну ничего себе, расчет на неопытных садоводов типа меня. Уважаемый Валерий, подскажите, откуда лучше взять информацию или какую достоверную литературу можно почитать? Купил только дачу, очень хочу заложить сад. Но опыта нет совсем. От слова совсем. А с чего начать, что сажать, где принести саженцы, чтобы не обманули. Буду благодарен. Вы знаете, это тут 8 ответов, но я думаю, его тут нет. А, это, наверное, от моего имени Троценко. Троценко это самое. Вот сколько вот. А вот, значит, он все-таки. Я не помню, Артем Бусин есть в моих таких близких друзьях, фамилия мне ничего не говорит. Вот, это значит, спасибо, вот под этим брендом,
Подписывается Артем, этот Троценко Павел Николаевич, автор моих книг. Вот «Псевдо», «Сад», «Сотворение чуда», «Записки зачарованного садовода». Уже вышла третья книга, но это был 21 год. Брошюра. Где она, кстати? Это брошюра. Ой-ой-ой-ой. А вот она, брошюра. Вот. Люди прочитали эту брошюру. Видите, это вам не Тимирязева. Она тоже на книге ссылается, которая, я считаю, должна быть возле туалетного бачка. Вот, видите, ее никто не покупает, а было 20 тысяч экземпляров. Ну, почти никто издано. А те, кто прислал, говорят, давайте где второй номер, третий номер. Откуда будет второй, третий, если первый не покупает? Вот. Множество видеоуроков. Это он за меня отвечает. Вот. А закладки сада. Если все оселок, то только семенами. Самый лучший материал у местных садоводов. Да, только не дайте Бог у дороги купить. Вот у нас киргизские продавали. До сих пор стоят возле магазина. Киргизские. В мешках. Ну, а человек, он от моего имени спрашивает, есть ли у вас такие садоводы, как Лутенко, Макаров, Железов? Так. Артем Бусин, записки, благодарю сердечно. Проживаю в Казани. Насчет вами упомянутых садоводов не в курсе, дальше меня не знает. Буду изучать вопрос. Трудно начинать с азов городскому жителю. Вот. У него уже кукуха едет. Артем, вот я такая же. Сад, конечно, был у деда огромный, но никого не подпускал к уходу за ним. Растения. Артем, почитайте лучше архив форума веб-сад по разным растениям. Сайт такой, по розам. Там проверена информация. Вы знаете, форум... Так, ладно, не буду придираться. Растения от Екатерины, кажется, вы перепутали розы и плодовые деревья. Это опять же по имени Павел. Получается, вы большой специалист, у вас есть чем поделиться. Покажите вашу фотогалерею с абрикосами, черешнями, персиками, яблонями, грушами, сливами из вашего сада. Вот так. Ну, хорошее замечание. Артем, Иван, Артем, я бы вам написал, кого уже купить, но забанят, поэтому лучше у Железова ценник раньше был высокий для меня. Давно не заходил, хотя удивительно выращивает сам. Но ценник высокий. Большинство ценники высокие, это у бары, которые дешево покупают, перепродают. Но у Железова это эксклюзив, и к нему не относится. В следующем году хочу у друга его Латинкова приобрести саженцы абрикоса. Если ценник будет адекватный, а не 1-2 тысячи рублей саженец. Вот. Значит, так, Латинков, Саша, Небесный Угор, обращайтесь к Латинковой Гале. Так, 300 рублей за саженец, да, сразу выбрасывайте. Зачем? 300 рублей, это немного, бутылка водки, сразу выбрасывайте. Вот. Так, ладно, я сейчас вот это вот... Ну, давайте пока, наверное, заканчивать на этом. Хотите, потом отдельно прочитайте. Очень много. Очень много разных мнений, скажем так. Ну что, завтра вебинар. Завтра вы увидите, как мне пришлось. Горько об этом говорить. Вот. Мне пришлось разбираться. Сейчас, секундочку. Я сюда вас пригласил почти случайно.
мой канал «Садоводство по железу». Всего 13 тысяч подписчиков. Вся уникальная информация, вся. Вот это хотел показать, так. Сайт «Садоводство железу». В Яндексе, в Гугле набирайте три слова. Вот это. Вот Яндекс. Сайт «Садоводство железу». Вот, и вы оказываетесь вот здесь вот. На сайте уникальная информация, вам туда не придется методом тыка. Вот пятый раз обманули, а вдруг шестой раз повезет. Вот. Вот этот человек, вот этот вот, сейчас только звонил, сейчас заедет ко мне. Вот. Елена Александровна Савельевич, вы ее уже знаете, потому что она 5-6 лет провела в моем саду, защищая диссертацию, находясь в моем саду, мы вместе выращивали абрикосы. Вот. Вот видите, это ее работа. Ну, честно говоря, наша совместная работа, скажем так. Вот, видите. Это всего за 4, примерно 5 лет выращивали. Моя внучка. Тоже работает. Вот. Тут есть фотографии, которые называю учебные. Вот. Мои лучшие друзья выращивают вот такое вот. Вот. Вы думаете, откуда он сено взял? Доказательство, но только с одного раза. Вот такие дела. Знаете, у нас дуб дерева, плоды все такие, и вдруг вот так раз, и одна ветка совершенно другая, разве не интересно? И опять по борте. Нет вегетативной регуляции, точка. Этот сумасшедший урожай был в 22-м году. Так, ну хватит для девушек любоваться. Хватит. Любуйтесь на абрикосы. Ну что, надо заканчивать. Завтра вебинар. Как бы сделать так, чтобы нас было побольше? Так, почему я лишний раз обратил внимание на этот самый... Вот. Я считаю так, когда вот таким подлым, наглым, презрительным тоном говорят о человеке, который своими руками за 40 лет вырастил 30 тысяч саженцев, который создал лучший плодоносный сад в Сибири. Его сожгли потом молодые ребята на мотоциклах, почти мальчишки. Но это было. Вот. Это укались лихие года. И вот, вместо того, чтобы меня поддержать, вот что я получил. Это почему? Потому что люди почувствовали себя оскорбленными. Как? Как посмел этот Железов, в скобках негодяй? Вот. Защититься, за эту грушу защитить. А то их 4 боковых ветки убрать, отпилить. Посоветовали бедной несчастной женщине, которая думала, вот специалисты ей помогут. Вот хочется, чтобы дерево заплодилось. Отрезать вот эту одну левую боковую ветку, это подлость предательства. А получилось что? А получилось, что Железов несет чушь. Вот. Вы подставили тебе рядом. Вы, не я. Вот, потому что она на ладан дышит. Ее собирались уже это. Помните, там, да идите на сайт, там люди с плакатами, они теряют работу. Но нельзя больше жить на это самое, на столетней давности теории, практики, дурацкая практика, помните. Я вот вашу вот эту самую называю уничтожение деревьев. 9 видов веток лишних. Ни одного дерева на планете, по их мнению, не может быть. Это правильно, то есть вот сформировалось, и все ветки так. 9 видов веток. Уничтожать, уничтожать, уничтожать.
А потом сделать это прибыль бизнесом. А, раз неправильное дерево, это 5 тысяч, если оно уже взрослое. За однолетнее дерево 500 рублей сформировать. Там хорошо 2-3-5 веток. Вы подставили и меня. Вот. Назвав вот это чушью. Вы подставили не меня. Вы подставили Тимирязевскую академию. Кто-то когда-то скажет, да он же железо написал, ни хрена у них своего нет толком. Вот, ходики взяли, сворачивают. Сколько я ехал на поезде, а на Абакан, Москва, всю дорогу ходики, всю дорогу, непрерывно, только вот в окно смотреть нечего, ходики, ходики, еще надо ходить, ходнее вырастить. А еще взяли моду, кругом сейчас это показывают, как эти сосны и эти самые можжевельники. Давай обрезками делать. Ужас какой-то. Совсем уже потеряли все. Разом все. Ну как же, минут 20-30 вот тебе и гонорар. Под это дело все уничтожается. Вишни уничтожаются. Тысячами. Вишни покажу завтра на вебинаре. Какие они должны быть. Все, друзья, до свидания. Выгорелся. А почему? А потому что заслужили. Вот. Завтра про Черненко узнаете, как можно подставить своего брата-садовода. Только так подставить, походя, конкурента уничтожить. Не дай бог, у него будут покупать косточки. Тогда у них не будут. До свидания, друзья, выгорелся.